иногда, знаете, бывает такая ностальгия. А ведь что такое память? Это такая, в хорошем смысле или в плохом, неважно. Это какая-то такая старуха в розовом платье, и плохие вещи уже не запоминаются, и как-то милое прошлое. Да, и вот уже есть такие настроения вернуться в те времена, а было как-то так вот по-другому. Но вот когда вдруг звучат эти четкие ориентиры, палка колбасы, раз в полгода, пленум, ну сразу как-то так вспоминаешь. И... Нет, это вспоминают очевидно люди, потому что они были молоды в это время, и им казалось, потому что в молодости жизнь по-другому воспринимается, им казалось, что это хорошая жизнь на самом деле. Нет. Многие бы сейчас, кстати, не согласились, наверное, да? Потому что единственное, за что держатся, так это за прошлое. Ну, конечно, да. Деревья были большими, люди были добрее. Не так, наверное, это? Да. Нет, у нас, у актеров, конечно, совсем другие ориентиры и другая память. Мы помним только те пьесы, в которых мы играли.